Funpay.ru – первая в Рунете биржа игровых валют, аккаунтов и услуг. Более 3000 приложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Всем привет, с вами Штейн, и за плечами у меня подкравшийся коварно и неожиданно Новый год. А вместе с ним и праздничный ивент с удвоенным опытом, собранным воедино пернатым оленем, новыми коробками, старыми коробками и, конечно же, со множеством развлечений. Ну, обо всем, как всегда, по порядку. Поехали! Итак, 13 декабря в 6 вечера по Москве стартует фестиваль новой жизни. Продлится он аж до 2 января и принесет с собой множество интересного. Для старта ивента вам, как всегда, нужно будет активировать в игровом магазине специальный предмет, что начнет простенький квест у вестника новой жизни, мирно побухивающего на юге от Виндхельма в Истмарке. После выполнения вступительного задания вы получите ивентовую кружку, дающую баф на 100% получаемого опыта на 2 часа. Баф складывается с амброзиями и бонусами подписки. Так что да, сезон прокачки персов снова открыт. Помимо кружки, выполнение стартового квеста откроет вам доступ к новогодним ежедневкам, разбросанным по всему миру. Всего их 9. Каждая представляет из себя мини-игру, посвященную одной из рас Тамриэля, и находится в соответственной зоне. За выполнение каждой ежедневки вы будете получать коробку фестиваля, из которой с шансом выпадают разнообразные ништяки, включающие расходники, мотивы, рецепты, эмоции, а также шапки и нордское банное полотенце. Причем эмоции, шапки и полотенце будут выпадать в рунбоксах, которые можно продавать. Помимо этого, с коробок может упасть письмо с благотворительным заданием новой жизни. Активация такого письма выдаст вам простенький квест на крафт предметов обстановки в духе праздника. За выполнение этих квестов вы также будете получать ништяки. А если за время ивента успеете выполнить 12 таких заказов одним персонажем, в награду вы получите специальное достижение и ледяной скин в неограниченное пользование. Весьма недурно. Главное, чтобы и здесь у разработчиков не начались проблемы от перенаселения в ивентовых зонах. Ну а мы едем дальше. Новогодний фестиваль – это финальная точка сборки Индрика. На протяжении 20 дней за каждое первое в день выполнения новогодней ежедневки мы будем получать один фестивальный билет, а у импресарио все это время будут продаваться все 4 пера. В общем, все шансы наверстать упущенное даже для глубоко отстающих игроков. А товарищи, не пропускавшие предыдущие ивенты, уже в первый день смогут обменять свои накопленные билеты на последнее перо Индрика, активировать любой из них в инвентаре и дразнить остальных его пока еще бледной и нетюнингованной пернатой задницей. Еще в игровом магазине и у торговцев уникальными предметами интерьера в Графтвуде, Стормхейвене и Дишиане появятся уникальные новогодние предметы обстановки. Не пропускайте, если хотите украсить к торжеству и виртуальный дом тоже. В общем, подготовка к Новому году обещает быть жаркой. Но даже это еще не все. Как мы прекрасно помним, на прошедшем совсем недавно ивенте неустрашимых полыхало просто огромное количество задниц. А зарево от этого костра заставляло стесняться даже солнце. И ведь было за что гореть. На старте ивента поиск группы сначала перестал работать вообще, а после скоропостижного патча разработчиков стал тушить... И нет, не стулья игроков, а сервера, защищая их от перегрузки, а нас заставляя висеть в огромных очередях и буквально затыкивать кнопку подбора группы. Ругались абсолютно все. Но что очень радует, не безответно. Разработчики извинились, пообещали впредь не проводить такие мероприятия, не убедившись в их работоспособности, а также пообещали всем нам компенсацию в виде все тех же коробочек, за которыми мы бегали по данжам. На протяжении всего ивента до 2 января
Помимо обычных наград и фестивального билета, за первое выполнение новогодней ежедневки мы будем получать еще и коробочку неустрашимых. Подводя итоги, в ближайшие 3 недели мы имеем удвоенный опыт, а за выполнение всего одной ежедневки в день будем получать фестивальный билет, коробку неустрашимых и коробку с фестиваля. Ну а те, у кого времени побольше, смогут носиться по расовым мини-играм и купаться в этих самых фестивальных коробках, пытаясь вытащить побольше благотворительных писем и насобирать себе на ледяной скин. Холодно, весело, задорно. А на этом у меня на сегодня все. Водоворот ивентов превращается в снежный буран, Новый год совсем близко, а главная проблема все та же. Где бы найти на все это времени, да побольше. Ну а тырил елку и ощипывал оленя к новогоднему столу, для вас, как всегда, Штейн. Желаю вам только приятной предновогодней суеты. Не болейте, не скучайте и до новых встреч!